Друзья, всем доброго дня! И, как я обещала, я вам показываю свой бьюти-стол, свой косметический столик и организацию и хранение своей косметики. Это будет все очень-очень в таком сжатом виде, потому что подробно обо всем рассказывать я вам не буду. Если вам что-то понравится, что-то вас заинтересует, то, пожалуйста, оставляйте комментарии. Я уже сниму отдельное видео на какую-то категорию продуктов, потому что если сразу рассказывать, как это все хранится, и при этом рассказывать о каждой категории, это просто, мне кажется, будет бесконечное видео. Ну что, у меня вся косметика хранится вот в этих двух ящичках. Мы их сейчас рассмотрим поподробнее. Дальше у меня есть вот такой контейнер акриловый с помадками наверху. Дальше стоит зеркало. Извините, что-то у меня там штатив так дергается. Зеркало. В углу стоит еще один акриловый контейнер. Тоже с разной косметикой. И еще один контейнер. Здесь у меня вот такие две полочки. Сейчас я, наверное, буду как раз-таки делать перестановку. Хочу все это поставить по-другому, потому что, так как у меня вот здесь окно, начали поступать сюда очень яркие солнечные лучи, и косметика уже чувствуется такая очень-очень мягкая. То есть, по крайней мере, помады точно уже так хранить нельзя. Поэтому я сейчас немножко сделаю перестановку в комнате. Переставлю свой стол. Возможно, даже что-то по-другому поставлю. Что-то по-другому переложу, организую, и потом, возможно, даже сниму новое видео на эту тему. Ну что, давайте сейчас я вам переставлю штатив для того, чтобы вам было удобно. И мы начнем с вами с ящичков. Ну что, давайте приступим. Как вы видите, у меня здесь вот такой контейнер. Я его покупала в Икее. Он, наверное, всем знаком визуально. И сейчас немножко подвину штатив для того, чтобы вам показать, что у меня там внутри. Здесь тоже вот такой контейнер из Икеи, и здесь у меня хранится, есть всевозможные разные у меня пробнички, и есть Avon, и очень-очень много разных других, даже пробнички помад есть вот такие вот. Дальше здесь вот покупала я наборчик Pio, оставила для того, чтобы не забыть, что у меня здесь есть, но какие-то, я не знаю, открыточки. Вот такая я барахольщица. От бьюти-бокса всевозможные вот эти все вкладыши. Для того, чтобы тоже, если какой-то... Потому что очень часто попадаются те продукты, которые вообще мне неизвестны. И нет надписи на русском языке. Для того, чтобы потом не копаться в интернете. Вот я оставляю эти бумажечки. И посмотрите, здесь у меня вот такой вот раритет. Специально купила для того, чтобы было. Может, потом передам дочке, чтобы она тоже хранила. Это крем-балет и ленинградская тушь, тоже все хранится. Здесь у меня, как вы видите, такое покрытие для того, чтобы ничего не скользило. Так, ну и вот он, сам контейнер. Здесь у меня ватные палочки, ватные диски. Здесь у меня все бальзамчики мои, консилеры, туши и карандаши, и тени в виде карандашей тоже находятся здесь. Давайте посмотрим, если возьмем бальзамчики. Здесь у меня Нивея, здесь у меня Сифора. Сифора вообще безумно люблю. Посмотрите, он у меня уже весь стерся практически. Я его измазала, у меня лежит вообще в машине. И на ходу прям крашу. Lip Butter Нивея, как я уже сказала. Это тоже, по-моему, я покупала в Литуале. Есть Avon. Где-то у меня еще The Body Shop завалялся. Тоже вот здесь должен лежать. Дальше туши. Туши у меня тоже очень много разных. Это сыворотка любимая от Эвелин. Тушь Avon. Это тушь сайта Джум. Я вам показывала ее недавно в своих видео, но она мне не понравилась. Не знаю, что с ней делать. Это у нас Maybelline, Max Factor, Revlon, Sephora. Есть вот такие миниатюрки. Это Chanel и Clarins. Они все, кстати, у меня нету засохшей туши, они все действующие, они все красят. Просто я такой человек, что вот сегодня я люблю одним красить, мазать другим, вот, чтобы у меня всегда все было под рукой. Дальше, у меня довольно-таки много консилеров, я подбираю, никак пока не могу найти идеальный, ну почти нашла, поэтому вот разные-разные средства пробовала. Здесь у меня есть NYX HD Studio, дальше это Avon. Это у меня тоже Avon.
есть Vivienne Savo, абсолютно не понравился. Он 1-2 раза, по-моему, нормально я его смогла нанести, и потом он просто какими-то комками накладывался, пока я оставила, не выбросила. Это Maybelline тоже вообще как-то никак. Это с June. Vivienne Savo Radiant Concealer тоже мне не понравился. Essence Camouflage, ну, тоже вот как-то не так, не сяк, я бы сказала. Дальше, как я уже сказала, здесь у меня карандашики и тени в виде карандашей. Это L'Oréal, очень красивый такой оттеночек. Давайте я вам покажу. Посмотрите, очень красиво. Не знаю, насколько будет на камере видно. Удобный аппликатор. И вот в последнее время я все чаще им пользуюсь. Далее есть Art Visage. Это для бровей гель. L'Oréal тут у меня карандашик. Что у меня тут? Essence, Avon. Avon, конечно же, много, так как я являюсь представителем. Revlon тоже подводочка. Так, Victoria Shu. Отвратительно. Карандаш ни за что не берите. Ужасно жесткий. Невозможно им вообще что-либо нарисовать. Sephora подводка. Тоже L'Oréal карандашик уже заканчивается. Любимый такой мною. Это у нас Art Visage. Тоже подводка. Здесь также есть еще вот такой вот беленький карандашик. От Maybelline. И вот такая вот... Это что у нас? Это я не помню. Это... Что за подводка? Avon, что ли? Что-то никак не могу вспомнить. Так, ну что, вот на этом ящике у нас все подошло к концу. Давайте я вам открою следующий. Не знаю, как поставить камеру, потому что тут стена рядом, и не получается мне впритык поставить. Вот как смогла, так поставила. Надеюсь, вам будет удобно смотреть. Что у меня внутри? Внутри у меня лежат все мои часики. Посмотрите, часы очень люблю, ношу постоянно, поэтому... Я не заморачиваюсь, если честно, по поводу качества часов, по поводу того, чтобы они были обязательно дорогие там или еще что-то подобное. Я заказываю с AliExpress, Zoom, то есть вот они мне, самое главное, чтобы они были яркие, интересные, разные, и вот они у меня там все лежат. Тут тоже какие-то такие наборчики, то есть ничего особенного. И давайте приступим именно к этому контейнеру. Контейнер это такой же, как и в этом ящике, то есть они у меня повторяются, два одинаковых контейнера. И давайте посмотрим. Здесь у меня лежат все мои пудры. Есть у меня L'Oréal Essence All About Matte. Вообще шикарная пудра. Я ее ношу с собой. Без ума просто от нее. Дальше это Rimmel Stay Matte. Это Avon. Ну, как вам сказать, они все, в принципе, вот когда их на пальчик делаешь, они все такие... Вроде бы хорошие, но по факту получается, что не все я вообще использую. Так, здесь у меня NYX Stay Matte But Not Flat. Очень красивая, очень хорошо она наносится, распределяется и хорошо матирует. Здесь у меня L'Oréal Infallible. И здесь у меня две... пудры рассыпчатые, обе они от Avon, и обе они, вот почему-то, я не помню, я их сама заказывала, либо какими-то бонусами брала, но обе они, вернее, темные пока для меня, поэтому я их не выкидываю, никому не даю, посмотрю, лето впереди, посмотрим, что получится, смогу я, не смогу ими пользоваться. Так, смотрим дальше, здесь у меня отсек для моих румян и хайлайтеров. И давайте с чего начнем. Ну, безумно приятная вещь. Это Essence Prismatic. Очень-очень красивый. Красивое переливание таким с голубым оттеночком. Далее у меня Make Up Forever. Был, кстати, в какой-то коробочке, бьюти-коробочке. Ну, вот лежит, да, и отдать кому-то жалко. Ну, и цвет такой, конечно... не ходовой, я бы сказала. То есть, по крайней мере, ну, мне пока вот он не лежит на душу, но вот он лежит. Мои любимки, вот такая вот малюська, это Rimmel, они дуохромные. Так. Очень красиво наносится здесь и желтый, и розовый цвет. Ну, безумно прям вообще их люблю. Очень хорошо держатся, не слезают. Дальше давайте поставлю. Дальше у меня румяна от NYX, тоже безумно красивая, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Обожаю их. Дальше ошибка моя, вот как мне кажется,
я не знаю, как я так могла, но попробовать возможности не было. Я так понимаю, по-моему, не было у него никакого тестера. Это тоже что-то в виде хайлайтера. Называется она румяна. Румяна хайлайтер. Сейчас я вам покажу. Вот, ну, смотрится на пальчике очень красиво, да. При распределении вроде бы тоже ничего смотрится, да, но это все-таки не румяна, это больше все-таки хайлайтер. Но он ужасно, ну, как вот, посмотрите, я вам сейчас вблизи попробую показать, если фокус наведется. Он прям смещается цвет. Вот очень сильно он сыпется, я бы так сказала. Поэтому, ну, пока тоже выбрасывать не буду, буду пробовать, но, не знаю, качество меня не устроило. Дальше шикарный Essence Robing. Надо взять салфеточку. Вот такой очень-очень красивый. Мастер скульпт от Maybelline. Всем известный такой прям. Все, я думаю, его знают. Пользуюсь им с удовольствием. По цвету мне, в принципе, подходит, что хайлайтер, что и скульптор вот этот. Далее у меня люкс. Это румяна от Avon. Ну, такой тоже довольно-таки хороший ходовой оттеночек. Ну, как-то я их пока позабыла. Так, и здесь у меня тоже есть Avon. Такой, да, старенький-старенький карандашик, стик. Здесь с одной стороны румяна, как вы видите, я их вообще практически до конца использовала. А с этой стороны у меня хайлайтер. Давайте тоже попробуем показать. Вот таким желтоватым оттеночком, немножко не ходовой, но вот опять-таки выкинуть, выбросить жалко. Так, смотрим дальше. Здесь у меня палетки. Вот палеток у меня почему-то больших нет. Это у меня реплики две. Решила взять, решила попробовать, но потом я пожалела даже тех денег, которые я отдала. Конечно, красиво все это выглядит, но по качеству, ну, просто ужасно. Пока лежат, пока не купила оригиналы. Это Naked 2, это Too Faced Sweet Peach и Naked 2 Urban Decay. Вот такая. Так, и здесь у меня... Этот деваш тоже попал в каком-то бьюти, в какой-то бьюти-коробочке. Не пробовала. Еще не наносила. Просто делала сводчи. Ну, вроде бы ничего. По крайней мере, вот набирается на пальчик хорошо. Переносится вроде бы тоже хорошо. Но вот по факту пока я еще их не пробовала. Посмотрим, как они будут в действии. И последнее здесь. Это у меня тональная крема. Это у меня Fit Me Maybelline, темноватый для меня оттеночек. Essence Camouflage не очень понравился. Stay Matte от Rimmel. Тоже не могу ничего особенного сказать. Dermacol вообще просто ужас по мне так. Я не знаю, вообще абсолютно не держится. Max Factor Lasting Performance. Хороший, я им одно время очень долго пользовалась. Здесь у меня есть от Luxe. Это у меня базы под тональный крема, две штучки. Ну, я хочу, честно говоря, купить. Вернее, я даже купила, сейчас буду пробовать. Не помню только уже от какой фирмы, от Бэй, что ли, по-моему, и как-то я набрела на такие новиночки. Так себе, вот лежат и лежат. Это у меня финиш от Essence для макияжа. И вот у меня еще есть здесь Stellary. Шикарный тональный крем. Я им одно время просто постоянно пользовалась, но потом что-то с ним произошло, либо он долго уже был открытый, и он у меня просто начал уже сползать. То есть, не дожидаясь даже конца дня, да, где-то в середине дня, он у меня просто сползает с лица. Так. Здесь, наверное, пора уже сделать какой-то разбор. Это не все мои тональные крема. У меня еще лежат на столе. Сейчас перейдем с вами к столу. Так, ну что у меня хранится на столе? Как обычно, цветочки. Цветочки я очень люблю. И давайте рассмотрим этот органайзер. Я его безумно-безумно хотела. Так, как вам это поставить, для того, чтобы вам было видно. Значит, в нижнем ящичке у меня хранятся все мои блески. Их очень, ну, немного, но, наверное, достаточно все-таки для одного человека. Здесь еще не все. Половина у меня где-то в сумочках лежат. Вот, вот такие блески. Есть здесь и NYX, есть Maybelline, Vivienne Sabo, L'Oreal, Divash, NYX. Очень много разных блески я люблю. Дальше, второй у меня ящик пока пустой. У меня сейчас как раз-таки все это в реорганизации такой. И буду думать, что туда положить. И здесь тоже положила все свои карандашики для губ. И какие-то оставшиеся блески, помады в стиках. То, что вот как бы не влезает сюда.
Так, далее. Что у меня здесь? Здесь у меня вот такой крем для рук маленький хранится. Здесь арома палочки. И здесь у меня контейнер с моими помадами. Помад тоже очень много. Есть и Релуи. Так, это что? Это у меня Джума. Дальше у меня вот такая вот трешечка от Марк. Здесь есть и матовые помады, и лаковые помады. Дальше и Лореаль Мэйбелин. Это вот такая уже Ева Мозаик. Древняя-древняя уже такая помадка. Жалко выкинуть, немножко там осталось. Далее серия матовых помад от Avon в разных оттенках. Это тоже Avon Люкс. Такие хорошие тоже ходовые очень цвета. Люблю их. И здесь тоже, по-моему, это Avon. Ну, как вы понимаете... Так, а это что тоже Avon? Как вы понимаете, раз я представитель, то вот одно время я как-то исключительно Avon покупала, поэтому у меня их очень-очень много. Так, есть у меня еще вот такой контейнер. Покупала я его уже, по-моему, да, в фикс-прайсе, представляете, по-моему, за 99 рублей. Безумно им довольна, но, к сожалению, больше таких я нигде не видела, иначе я бы точно прикупила себе еще. Здесь у меня кисточки для лица, для тоналки. И здесь какие-то ходовые тональные крема, которыми я пользуюсь чаще других. Ну, во-первых, это вот Лореаль в обязательном порядке. Я либо его использую, либо вот этот. Это NYX Total Control. Вот два моих любимочка на данный момент. Так, дальше от Tome, наверное, я думаю, я правильно произнесла. Он немножко темноватый, тоже пока ждет своей участи. Надеюсь, что мне подойдет, потому что по текстуре он мне очень-очень понравился. Здесь как раз-таки вот новиночка, это Бель. Это у нас... Ой, забыл, как его назвать. В общем, база под макияж. Она мне очень понравилась в тестере. И вот поэтому я приобрела. Сейчас буду ее активно использовать. Ну и, конечно, мицеллярочка Avène. Мицеллярка на рабочем косметическом столе обязательно-обязательно нужна. Дальше здесь у меня какие-то штучки, пилочки. Вот, смотрите, какая такая древняя-древняя пилочка. Она очень хорошая, любимая. Я ее поэтому держу. Масло для кутикулы. Всевозможные инструментики здесь. У меня кисточки для лица все. Не мыло. Сразу говорю, к видео не готовилась. Спонтанно снимаю, потому что у нас тут дожди. Только-только немножко солнышко выглянуло. Поэтому я решила все это заснять. Здесь щипчики для бровей. И сейчас вам покажу последний контейнер. Вот таким образом он выглядит. И не поверите, я вам сейчас расскажу, откуда он у меня появился и как я его собрала. Это все контейнеры из фикс-прайса. Эти продавались отдельно, то есть каждая вот эта штучка была отдельно. Это тоже продавалось отдельно. Они, по-моему, до сих пор в фикс-прайсе есть, по крайней мере, я периодически их встречаю. И я просто купила 3 контейнера таких, один такой, все это склеила. И теперь у меня это просто один готовый контейнер. По-моему, он даже, ну... гармонирует очень с этим, и не скажешь, где какой. По-моему, это просто вообще идеальный вариант. Он обошелся мне на рублей, получается, где-то 300 с копейками. Так, что у меня лежит здесь? Давайте посмотрим. Так, немножко наклоню. Здесь у меня тени, ну, такие, как сказать, мини-ходовые, наверное. Наверное, так, да, можно сказать. Здесь у меня Нинель, Avon, Vivienne Sablo. Как-то я их... не распробовала, не знаю, наверное, надо их поближе положить. Это тоже Avon, ну, такие вот, вы знаете, из разряда выкинуть жалко, но и вот держать тоже смысла особого нету. Дальше, здесь у меня тени однушки, но те однушки, которыми я уже пользуюсь намного чаще. Это у меня база под тени, шикарная. Это вообще мой must-have, никогда без нее не могу обойтись. На постоянной основе покупаю, шикарно держит тени, это целый день абсолютно хватает. Мои тени для ежедневной, то есть, ну, вот как бы для ежедневного макияжа, это вот такой Max Factor однушечка и Эвелин. Обалденные цвета, просто шикарнейшие, очень-очень ходовые, я без них не могу. Как вы видите, у них что у одной, что у другой уже, они очень, кстати, между собой похожи, что у одной, что у другой очень такие уже ямки имеются, что говорит о том, что я их очень-очень люблю. Здесь у меня Мислин, вот такая вот четверка, тоже не очень ходовая почему-то. Сифора белый, который я люблю использовать в уголок глаза. Color Tattoo в 40-м оттеночке Permanent Taupe. Тауповый оттеночек. Ну, как-то я их тоже не
поняла, если честно. Вот они у меня лежат. Все, хочу тоже как-то поплотнее им заняться, но пока не получается. Здесь вот такой интересный продукт. Это мне дали в подарок в Модисе, когда я там покупала одежду. Вы знаете, вот вроде бы ерунда ерундой, но мне они очень понравились. Посмотрите, все пальцы у меня блестят, все блестит. Я вам постараюсь все-таки показать, как они выглядят. По крайней мере, посмотрите. Ну, это просто идеальный, по-моему, хайлайтер. Вы посмотрите, какое нанесение. Вот такого вот продукта, вот такой пигментации у меня точно нету хайлайтера. Поэтому я думаю, я его буду активно использовать. Иногда, периодически, я тоже, кстати, и из этих двушек делаю прям полностью макияж глаз. Очень мне нравится. То есть, это, в дальний уголочек глаза наношу. Тоже, кстати, очень-очень такой пигментированный. Но вот это просто божественный. Они, конечно, очень-очень сыпятся при нанесении. Но при этом, я не знаю, я прям с ума по ним схожу. Хотя вот это абсолютно, наверное, дешевый такой вариантик. Дальше. Ну и здесь не буду подробно показывать. Здесь у меня все новиночки куплены, по которым я буду отдельно снимать видео вам. И смотрим вот сюда на крышечку. Что у меня здесь наверху? Здесь у меня все миниатюрки. Я миниатюрки просто обожаю. Жить без них не могу. Я просто даже иногда визуально любуюсь, как и что у меня здесь хранится и лежит. Здесь Живанши, Сефара. Это у нас Клоранс, по-моему, помадка. Извините, у меня тут ребенок забежал, пришлось на паузу поставить. И всевозможные вот эти миниатюрки, они попадаются в основном в бьюти-боксах. Я серьезно говорю, вот я даже ими не пользуюсь, но я так их люблю. И я так люблю, когда они ими стоят. Тут и Биодерма, Аведа, и вот это вот Атейвон, еще Аведа. Это тоже Каолин, всевозможные разные средства. Это Клоранс, вот такой вот бальзамчик для губ, шикарный-шикарный, ментолы просто обожают, уже его пользуюсь периодически. Ну вот, нравится к ней, как все это выглядит, и, соответственно, это все хранится, сейчас я вам покажу, это все хранится вот в том углу. Но, в принципе, вот, наверное, все, я буду заканчивать, память у меня заканчивается в камере, поэтому сейчас нужно срочно-срочно все это закончить. Как я уже сказала, я сейчас буду делать перестановочку, и, наверное, через какое-то время, когда все переорганизую, я вам обязательно еще раз все это засниму и покажу. Если вам нужны какие-то конкретные обзоры на какие-то конкретные категории, с удовольствием сниму, обязательно пишите. Если понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!